В Петербурге 8 июля состоится масштабный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. Среди прочих мероприятий его устроители решили торжественно поздравить супружеские пары, которые в этом году отмечают свадебный юбилей. По словам организаторов, гости праздника смогут поучаствовать в интерактивной программе, предшествующей церемонии чествования юбиляров и концерту. Например, увидеть и станцевать свадебные танцы народов мира вместе с артистами балета петербургских театров или принять участие в рыцарском турнире «Бои за даму сердца». Испытать себя в мастерстве плетения венков из ромашек и сфотографироваться в специально оформленных фотозонах. В 17 часов начнется праздничный концерт на площади искусств. Выступят музыканты, танцоры, инструментальные и танцевальные ансамбли.